Предыдущий хозяин в районе подлокотника, где прикуриватель, накрутил саморезов, что здесь было прикручено, неизвестно. Ну, вот так вот убрал. Видно, но все равно уже хоть меньше заметно. Пробовал и герметиком. Простым герметиком замазывал, черным заказывал, замазывал стекольным, но ничего не помогало. Как видите, это замазано пластиком, тут еще надо дообработать. Тут еще свежий пластик. А пластиком замазывал, брал дихлоретан, растворил пластмасс и аккуратно кисточкой за несколько приходов капельками заделал отверстие. Так что кому надо, дихлоретан, пластик, и можно восстановить пластик. Но скажу вам, пластик не весь идет. Надо пробовать, какой растворится.